Стар сделал. Что надо-то, я не понимаю. А, все понял, да, там с клиентом проблема. Умерику заходим мы, на Умерику. Так, на Америку зашел, вроде язык, да, язык поменен уже, отлично. Так, что там, сервер-то то падает, то поднимается, не понимаю. Все, можно начинать, ребят. Нова Терра, лучшая убийца псионик Доминион, уже несколько месяцев считается пропавшей без вести. Она приходит в себя на территории неизвестного военного комплекса. Не помню, как там оказалось, однако ее не покидает ощущение скрытой угрозы. Ну да, когда так затусоваться, что просто где-то очнуться, не понимать, что происходит, тогда, конечно же, на измену садишься немножечко. Ладно, шучу, поехали. Поиск скелет. Так, после нескольких лет зачистки жертвы вернулись и вновь атакуют планету Доминиона. Император Валериан попытался успокоить взволнованное население, но нашлись те, кто не поверил его обещаниям. Они создали организацию под названием «Защитники человечества». Что за хрень вообще? В то же время команда Доминиона потеряла связь с несколькими призраками, включая нового, одного из лучших агентов, ее команду Стоуна Дельту Пирса, их судьба. Так, ну я, короче, придумали какую-то шляпу опять. Ну, походу, значит, после нового из-за королевы зергов, да, будет компания за новую. То есть уже просто без Рейнера и Керриган и всех дел, что ли. Ну что? Агент X41822N. Приготовьтесь к проверке экипировки. Что? Я... Где я? Оперативные данные засекречены ради вашей безопасности. Побочный эффект – пробелы в памяти. Встаньте и опустите визор для калибровки. Агент, с вашим визором что-то не так? Нет. Калибровка завершена. Ясно. У вас стресс. Сохраняйте спокойствие. Давайте проверим систему маскировки вашего костюма. Поняла. Активируйте режим маскировки. Проверка завершена. Отключите маскировку. Отключите маскировку. Код 54. Агент бежал. Срочно вышлите подкрепление. Чего тебе не скажу? Спасибо. А зачем инвиста вырубать? Врубать было. 25 энергии просрала. Глупышка. Я на зашифрованной частоте.
Запрашиваю срочную эвакуацию. Не могу ничего вспомнить. Нова? Думаю, нам стерли память и теперь держат на хорошо охраняемой базе. Мы должны сбежать и выйти на связь с Доминионом. Мы же были на задании. Что случилось? Видать, нам чертовски не повезло. Мы все выясним. Доберись до арсенала. Тебе нужно вооружиться. Что у нас тут есть? Сбежавший агент все еще здесь. Если не сдастся, ликвидируйте ее. Не попадайся им на глаза. Поняла. Чую заварушку. Ломаем шею. Что это за звук? Эй-эй-эй-эй! Выдвигаюсь. Чую заварушку. Поняла. Поняла. Выдвигаюсь. Уже в пути. Все, понял. Я справлюсь. Выдвигаюсь. Гасты сраные. Во что бы то ни стало. Поняла. Поняла, чую, поняла. Заново проходим. Весело. Короче, поаккуратнее надо зайти. Нова на связи. Я на зашифрованной частоте. Запрашиваю срочную эвакуацию. Не могу ничего вспомнить. Нужно идти. Доберись до арсенала. Тебе нужно вооружиться. Я справлюсь. Что это за звук? Во что бы то ни стало. Поняла. Поняла. Гаденыш, а? Выполняю. Я справлюсь. Уже в пути. Выдвигаюсь. Чую заварушку. Во что бы... Вы это слышали? Поняла. Выполняю. Я справлюсь. Уже в пути. Поняла. Выдвигаюсь. Чую заварушку. Вижу ее. Так, ну вижу, одного цель. Подрезал, ну ладно. Выполняю. Попал в рейндж другого гаста. Она просто исчезла. А ты думал, поняла. Что лошок? Выполняю. Выдвигаюсь. Поняла. Чую заварушку. Эй, хорош, хорош, хорош. Она просто исчезла. Выдвигаюсь. Во что бы то ни стало. Чую заварушку. Упряжненько так, я смотрю. Уже в пути. Во что бы то ни стало. Выполняю. Выдвигаюсь. Поняла. Выдвигаюсь. Поняла. А, ну я да, справлюсь. В натуре, смотрите-ка. Уже в пути. Выдвигаюсь. Поняла. Поняла. Выдвигаюсь. Я тут хочу в лоб все атаковать. Будьте начеку. Этот агент очень опасен. Это дерьмище, блин. Надо было... Во что бы то ни стало. В лоб пытаться всех убить. Во что бы то ни стало. Поняла. Вижу ее. Чую заварушку. Выдвигаюсь. Я справлюсь. Выдвигаюсь. Поняла. Выдвигаюсь. Поняла. Уже в пути. О! Это что сейчас было? Я справлюсь. Режу вас, режу. Во что бы то ни стало. Выдвигаюсь. Выполняю. Во что бы то ни стало. Я справлюсь. Выдвигаюсь. Поняла. А, он сверху выдвигаюсь. Ё-моё. Выполняю. Поняла. Уже в пути. Чую заварушку. Что здесь произошло? На самом деле все банально как-то оказалось. Во что бы то ни стало. Найдите ее немедленно! Кто там искать? Чую заварушку. Выполняю. Выдвигаюсь. Поняла.
Выдвигаюсь. Поняла. Выполняю. Вижу ее. Уже в пути. Чую заварушку. Я справлюсь. Во что бы то ни стало. Поняла. Выдвигаюсь. Чую заварушку. Охотник Максвелл найден мертвым. Выполняю. Выдвигаюсь. Во что бы то ни стало. Карабин. Поняла. Я справлюсь. Так, я добыла винтовку. Хорошо, но этого мало. Тебе нужно попасть в исследовательский блок. Поняла. Чую заварушку. Поняла. Выполняю. Выдвигаюсь. Во что бы то ни стало. Сбежавший агент здесь! Шевелитесь! Уже в пути. Чую заварушку. Уже в пути. Чё-то оклик какой-то, не? Выдвигаюсь. Поняла. Выполняю. Не вижу цель. Быстро уходим! Заварушку. Во что бы то ни стало. Поняла. Я справлюсь. Выдвигаюсь. Уже в пути. Во что бы то ни стало. Выдвигаюсь. Поняла. Выполняю. Выдвигаю. Впереди хорошо укрепленная позиция. Пока тебе лучше избегать встречи с ними. Бесполезно. Они присылают подкрепление. Нужно идти. Я справлюсь. Во что бы то ни стало. Поняла. Выдвигаюсь. Сюда надо. Где-то рядом должны быть импульсные гранаты. Они хороши против скоплений противника. Отлично. Теперь я смогу пройти дальше по коридору. Чую заварушку. Уже в пути. Ни хрена себе. Пирса и Дельту тоже держат в этом комплексе. Но добраться до них будет нелегко. Вместе сюда попали, вместе и выберемся. А потом узнаем, какого черта здесь происходит. Выполняю. Поняла. Поняла. Тревога. Запущена процедура самоуничтожения комплекса. Нужно идти. Я справлюсь. Неприятный сюрприз. Нова нас собирается казнить. Поспеши. Чё за блин? Стараюсь изо всех сил. Убили меня. Ожидать. Бывает. Отлично. Теперь я смогу пройти дальше по коридору. Выдвигаюсь. Поняла. Отличная штука. Пирса и Дельту тоже держат в этом комплексе. Но добраться до них будет нелегко. Вместе сюда попали, вместе и выберемся. А потом узнаем, какого черта здесь происходит. Выдвигаюсь. Тревога. Запущена процедура самоуничтожения комплекса. Нужно идти. Как мне это входить? Надо тебе входить. Неприятный сюрприз. Нова нас собирается казнить. Поспеши. Стараюсь изо всех сил. Выдвигаюсь. Уже в пути. Так гораздо лучше. Выдвигаюсь. Поняла. Выполняю. Но что бы то ни стало. Нужно идти. Чую заварушку. Я справлюсь. Поняла. Выдвигаюсь. Что-то я не понял, а где? Уже в пути. Пацаны мои там стоят. Выдвигаюсь. Так гораздо выдвигаюсь. Лучше. Уже в пути. А, вон, все вижу. Выполняю. Казнить призраков Доминиона! Поняла. Я думала, меня убьют. Нужно найти остальных. Без нас они пропадут. Поняла. Следует. Куда ты поломилась-то? Во что бы ты ни стала. Выдвигаюсь. Уже в пути. Выполняю.
Я справлюсь. Поняла. Уже в пути. Сюда! Я справлюсь. Поняла. Выдвигаюсь. Во что бы то ни стало. Это не солдаты Доминиона. Нова, что происходит? Ничего не понимаю. На последнем задании что-то пошло не так. Думаю, мы попали в плен. Давай за мной. Сотрудников атакованы. Выдвигаюсь. Куда идти, ты чуть не понял? Выдвигаюсь. Я справлюсь. Уже в пути. Выдвигаюсь. А, все, понял. Чую заварушку. Поняла. Проклятье. Выполняю. Во что бы то ни стало. Выдвигаюсь. Поняла. Я справлюсь. Уже в пути. Выдвигаюсь. Выполняю. Чую заварушку. Уже в пути. Выдвигаюсь. Во что бы то ни стало. Поняла. Я справлюсь. Войска сомнения. Нет. Атакованы. Поняла. Поняла. Чую заварушку. Поняла. Я справлюсь. Выдвигаюсь. Выполняю. Во что бы то ни стало. Выдвигаюсь. Поняла. Уже в пути. Чую заварушку. Поняла. Приближаюсь к цели. Выдвигаюсь. Я справлюсь. Где остальные? Они мертвы, Стоун. Пойдем. Выдвигаюсь. Поняла. Уже в пути. Чую заварушку. Во что бы то ни стало. Поняла. Так, мы в Шарпсбурге. Ну, чё-то пришёл, прошёл. С местным гарнизоном Доминиона. Лучше покинем планету. Здесь даже у стен есть уши. Неподалеку отсюда есть челноки. Быстрее всего до них добраться на стервятниках. Ладно. Тогда вперед. Что, на мопедах покататься надо будет сейчас? Оп. Дррррр. Нужно смотреть в оба. Вокруг полно гражданских. Хренась такая хрень. Гражданских бить нельзя? Ты предала. Задание провалено. Все, теперь понял. Здесь не надо врезаться. И надо стрелять, там будут ХП дальше. Нужно смотреть в оба. Вокруг полно граждан. Ты предала нас. Thank you.
Куда ты? Опа, противник приближается сзади. Эти сволочи все не угомонятся. Мы с ними разберемся. Что КПшка лежала, смотрите-ка, как в тему, да, она лежала. Это что за чертовщина? Державший агент стоит. Орудие к бою. Харе. Блин, даешь. Сижик. Двухмерная денди какой-то. Гоночки, да, какие-то? Дерьмовника. У нас получилось. Нова, ты первая, я следом. Сперва ответь на мои вопросы. Ты хочешь узнать, что случилось, или выбраться отсюда живой? Ладно. Так, ну что, вроде тут справился, да?
Поехали дальше. Всем кораблям Доминиона. На связи агент X41822N. Запрашиваю немедленную эвакуацию. Прием. Принято. Не покидайте судно до прибытия эскорта. Сложите оружие и ждите дальнейших указаний. Спасибо, что доставили ее. Я не хотел бы поднимать шум. Итак, это ты. Адмирал Хорнер. Расскажи, что ты помнишь? Я сбежала с неизвестной базы. Не Доминионской. Что это было за место? Как я там оказалась? Нова, несколько месяцев назад ты и трое других призраков пропали без вести. Значит, я не на задании, а вы не знали, что я здесь? Нет. У нас есть данные о твоей связи с террористической группой «Защитники человечества». Тебя обвиняют в измене Доминиону тиранов. Но я всегда была верна Доминиону. Вы же знаете. Это не важно. Скоро прибудет Валериан. У него много вопросов. Адмирал Хорнер, к нам направляются силы зергов! Всем на свои посты! Нова, я тебе верю. Ты не из тех, кто может нарушить присягу. Но тебе придется доказать свою верность. Если ты правда так хороша, твоя помощь нам пригодится. Капитан, доложите, что происходит на поверхности. Трудно сказать, сэр. Зерги заражают планету. Их главный улей расположен в горах неподалеку. Зерги стали атаковать слишком часто. Доминион никак не может оправиться. Но такого еще не было. Адмирал, я могу атаковать зергов, пока они будут пробираться по этим ущельям. Чем меньше дойдет до базы, тем дольше мы продержимся. Неплохо. Мы построим для тебя аванпост в горах и выделим отряд головорезов. Они экипированы паучьими минами. Используй войска с умом, и тогда мы выберемся отсюда живыми. Я поняла. Так, это типа уже база. Эй, Нова! Пока ты не отчалила! Взгляни на снаряжение, что мы для тебя припасли. Пока его мало, но ты же всяко найдешь что-нибудь со временем. А, вот еще что. Свой выбор ты всегда можешь изменить. Так что дерзай, пробуй. Тянешься в процесс, будешь выглядеть прям как я. Разве не здорово? Так, а типа можно выбрать. Еще два-то нельзя. Короче, понятно.
Короче, ладно. Сплэш возьмем, что ли? Поехали. Мы заняли позицию и готовы выдвигаться. Нова, пока не забыл. У Свона кое-что есть для тебя. Я тут работаю над новым костюмом. Его бы испытать, а? Маскировку пришлось убрать. Но зато ты сможешь прыгать, как головорез. Ну, как тут откажешь? Я отправила сигнал тревоги императорскому флоту. Теперь нам нужно продержаться до его прибытия. Какова ситуация? Слышимость отличная. Уже в пути. Режим готов. Поняла. Я обо всем позабочусь. Ближе к делу. ЖСМ готов. Выполняю. Поняла. Смерть на пороге. Зерги приближаются с севера. Будь наготове. Двигаюсь. ЖСМ готов. Уже в пути. Положись на меня. Нет. Какова ситуация? Слышимость отличная. Выполняю. Положите меня. ЖСМ готов. Поняла. Нормально с флешем, по-моему, работает. Повтори. Ну хотя, может, потом плохо будет. Нова на связи. Повтори. Нова на связи. Жду. ЖСМ готов. Что стряслось? Какова? Что? Слышу. Так, еще одна группа идет с востока. Ближе к делу. ЖСМ готов. Поняла. Выдвигаюсь. Уже в пути. Слышимость отличная. Я обо всем позабочусь. Выполняю. Смерть на пороге. Положись на меня. Поняла. Ближе к делу. Чего тебе? Поняла. Цели нейтрализованы. Готовимся к следующей схватке. Нова, если тебе нужно подлечить войска, у нас на базе есть медики. Слышу тебя, хорошо. И риперы сами не регенятся, но я так не играю. Выполняю. Ближе к делу. Повтори. Слышимость отличная. Жду подтверждения. Уже в пути. Положись. Слышу тебя, хорошо. Какова ситуация? Повтори. Смерть на пороге. Уже в пути. Я. Нова, жду подтверждения. Я засекла гиблингов. Перебей их, пока они не достигли наших бункеров. Зумно. Улучшение завершено. Я обо всем позабочусь. Нова на связи. Кого подлатать? Какова ситуация? Слышу тебя хорошо. Нет ничего проще. Смерть на пороге. Повтори. Какова ситуация? Жду подтверждения. Снова на связи. Слышу тебя хорошо. Жду подтверждения. Ладно. Стройте новое. Я первый. Не успел я. Новая атака. Отмечаю координаты противника. Смерть на пороге. Кара
небес. Кого подлатать? Каково? Повтори. Поняла. Уже. База союз. Войска союзника. Атакованы. Атакованы. Нована, слышу тебя хорошо. Выполни. Нова! Внешняя линия нашей обороны едва держится. Нужна помощь! Эй, Нова! Похоже, зерги решили атаковать один из наших исследовательских центров. Мои ребята до сих пор там. Поможешь им выбраться? Заодно можешь прихватить наши разработки. Я постараюсь. База союзников атакована. Так, какова ситуация? Слышу тебя хорошо. Повтори. Смерть на пороге. Смерть на пороге. База союзников улучшение атакована. Завершено. Ближе к делу. Уже в пути. Повтори. Повтори. Я обо всем позабочусь. Они бросают против нас разорителей. Остерегайся их едкой желчи. Свон, комплекс зачищен. Вот и славно. Все, что найдешь, твое. Бери, не стесняйся. И это все. Ладно. Какова ситуация? Нова на связи. Что происходит? Слышу тебя хорошо. Повтори. Слышу, вы как снова на связи. Какова ситуация? Жду подтверждения. Смерть на пороге. Смерть. Будь на чеку! Пороге. Нам движется противник! Слышимость отличная. Я мертв. Нова на связи. Положись на меня. Я обо всем позабочусь. Ближе. Поняла. Жду подтверждения. Смерть на пороге. Начинаю штурм. Смерть на пороге. Зря этой гранатой, кстати, войска не пользовался. Она решает. Атакован. Выдвигаюсь. Слышу тебя хорошо. С этими разобрались. Самое время подготовиться к следующей атаке. Вижу надзирателей возле ущелий. Думаю, они перевозят подкрепление. Перебей их, если хочешь разместить там свои войска. И присмотри места, где можно построить бункеры. Нам пригодится дополнительная огневая поддержка. Поняла. Жду подтверждения. Нована. Смерть на пороге. Не вопрос. Какова ситуация? Повтори. Уже. Слышу тебя хорошо. Какова ситуация? Нова на связи. Я обо всем. Слышу тебя хорошо. Повтори. Повтори. Какова ситуация? Нова на... Какова ситуация? Повтори. Выполняю. Ох, тебе это не понравится. Прибыли осквернители. Они защищают от урона всех зергов вокруг себя. Подтверждение. Давай, удиви меня! Что на новенького? Жду подтверждения. Кому навешать? Слышу тебя хорошо. Смерть на пороге. Посылайте подмогу! Бегома! Жду подтверждения. Повтори. Какова ситуация? Что на новенького? Снова на связи. Меня. Нова на связи. Враг не сдается. Готовимся к очередному штурму. Слышу тебя. Отдавим их бить. Повтори. Ближе к делу. Какова ситуация? Жду подтверждения. Я слышу тебя хорошо. Какова ситуация? Выдвигаюсь. Повтори. Бегом! Выполняю. Положись на меня. Снова на связи.
Повтори. Снова на связи. Какова ситуация? Жду подтверждения. Повтори. Давай, удиви меня. Выдвигаюсь. Снова на связи. Слышу тебя хорошо. Я думаю, наши оружейные лаборатории расположены в надежных местах. Но зерги до них добрались. Не волнуйся, я уже близко. Нова на связь. Жду подтверждения. Повторяю. База союзников атакована. Кстати, скилл вот этот вот надо юзать постоянно. Я думал, не надо его юзать. Какова ситуация? Какова ситуация? Ближе к делу. Повтори. Повтори. Поняла. Я обо всем позабочусь. Войска союзников атакованы. Снова на связи. Так, теперь тут безопасно. И даже осталось кое-какое снаряжение. Бери все. Всегда знал, что ты девчонка не промах. Девчонка? Серьезно? Нова, плохие новости. Враг решил напасть сразу с двух сторон. Выполняю. Повтори. Снова на связи. Выдвигай. Ну, какова ситуация? Высылайте подмогу! Войска союзников атакованы. Ближе к делу. Слышимость отличная. Я обо всем позабочусь. Слышу тебя. База союзников атакована. Положись на него. Войска союзников атакованы. Жду подтверждения. Войска союзников атакованы. Чё-то уже меня напрягает жестко. Уже вкусно. Жду подтверждения. Поняла. Отлично сработали. Противник побежден. Нована. Кому перерезать глот? Чего тебе? Слышу тебя хорошо. Смерть на пороге. Как? Давай, удиви меня. Нована. Когда на дело, приступим. Какова сейчас? Слушаю. Принято. Кому навешать? Так, что-то взяться тут надо, все вроде взял. Когда надела? В атаку пошли ультралиски! Тебе лучше поспешить! Жду подтверждения. Я уже. Но... Что на новенького? Жду подтверждения. Ближе к делу. Слышу тебя. Снова на связи. Слышу тебя хорошо. Положись на меня. Поняла. Смерть на пороге. Уже. Смерть на пороге. Ближе к делу. Я обо всем позабочусь. Снова на связи. Какова ситуация? Смерть на пороге. Слышимость отличная. К нам приближается что-то большое. Надеюсь, ты готова. Слышу тебя хорошо. Жду подтверждения. Смерть на пороге. А как же? Непременно. Какова ситуация? Не вешать нож, головорез. Повтори. Слышу тебя. Так. Кому навешать? Чё там большое там? Опасен, а? Слышу. Жду подтверждения. Поняла. Ближе. Снова на связи. Месторождение минералов выработано. Повтори. Брось с дороги! Снова на связи. Какова? Месторождение минералов выработано. Положись на меня. Выполняю. Выдвигаюсь. Слышу тебя хорошо. Брось с дороги! Блин, а у него 310 дамага. Месторождение минералов выработано. Того говна жирного.
Адмирал, надеюсь, моя преданность больше не вызывает сомнений. Твоя помощь ценна и своевременна. Подтверждение. Давай, удиви меня! Что происходит? Нова на связи? Я не помню, у меня минералов-то нету. Есть работенка? Здесь базец-то есть еще какой-нибудь? Нова! Противник собрал все оставшиеся силы для последней атаки. Ты должна задержать их. Снова на связи. Повтори. Выполняю. В смысле задержать? Я чуть не понял. Я обо всем позабочусь. Жду подтверждения. Положись на меня. Смерть на пороге. Ваши войска атакованы. Повтори. База союзников. Атакованы. Наши КСМ атакованы. Атакованы. Слышите? Какова ситуация? Смерть на пороге. База атакована. Выдвигаюсь. Выполняю. Посылайте подмогу! База союзников атакована. Войска союзников атакованы. База союзников. Мы несем тяжелые потери. Нова, постарайся предельно ослабить врагов, прежде чем они до нас доберутся. Нова на связи. Что-то как-то не очень, по-моему. Тут повтори. Не 3 минуты уже и не продержаться, как мне кажется. Войска союзника. Адмирал Хорнер, над позициями зергов появляются крейсеры. Но это не флот императора. Что? Мне это не нравится. Жду подтверждения. Войска союзника. Нова. Мы отправили на твою базу что-то в эфир. Одну хитрую сейчас штуковину. Сейчас подключусь. Случись что, всегда представляет угрозу. И сегодня войска императора в очередной раз показали свою беспомощность. Они не смогли защитить население Барии. Но защитники человечества всегда на страже. Мы сделаем все возможное для вашей безопасности. Адмирал, они прислали нам сообщение. Давай послушаем. Эта планета под нашей защитой. Передайте нам призрака и покиньте ее. Или нам придется принять меры. Черта с два. Нова, отводи войска на нашу базу. Они не смогут нас остановить, пока бьются с зергами. Придется встретиться с императором в другом месте. Вот, типа прошел. Ну, понятно. Какие-то левачки там прилетели, вот. Точнее, не какие-то вот эти... товарищи. Группа земляне, не инопланетяне. Мы получили новое сообщение от группировки «Защитники человечества». Они заявляют, что зерги нападут еще, но император Валериан Менск не принимает меры для защиты населения. Генерал Дэвис поддержал императора, в то время как магистрат Грейсон заявил, что это может привести к смене... Нова, я рад, что вы живы и здоровы. Защитники доставили много проблем. Да, мне тоже. Но вместе мы сможем их остановить. Пока они не положили конец Доминиону. И вашему режиму. Я не такой, как мой отец. Я служу высокой цели. Думаю, в этом мы с вами похожи. Этот корабль в вашем полном распоряжении. Как и моя спецгруппа. Я рассчитываю на вашу преданность. Я с вами. Иного ответа я не ждал. Райгель, ваш специалист по технике и оружию. У него есть кое-что для вас. Нова, по нашим данным, твои воспоминания изменены.
но их еще можно восстановить. Это устройство перегрузит твой нейронный ингибитор. Сам процесс не из приятных, но это поможет восстановить твою память. Потерплю. Не работает. Я вижу только город, где выросла. Но он разрушен, покрыт слизью. Этого я не должна помнить. Я не была там после атаки зергов. Хм. А может и была. Но что защитники человечества забыли на Тарсонисе? Хороший вопрос. Вам предстоит найти ответ на него. Тарсонис. Так вот, что от него осталось. У нас нет времени на ностальгию. Защитники обосновались под этими руинами. Нужно попасть на их базу, избежав встречи с зергами. Понимаю, почему Валериан переложил это на меня. Для начала я укреплю периметр войсками. Они прикроют наши позиции, пока я буду на базе защитников. Тебе пригодится особое оборудование. Я как раз адаптировал прыжковые приводы для нашей техники. Рипера танки? Да ты шутишь. Это просто невероятно. Это наука. Используй их с умом, и нас ждет победа. В общем, сделал чисто гастарт рейнджового. Выбирай. Благо есть из чего. Выбери любую единицу. Теперь выбери улучшение. Улучшение всегда можно изменить, если того требуют обстоятельства. Суперстимуляторы. Но помни, улучшения уникальны. Две боевые единицы не могут использовать одинаковые улучшения.
Допустим, допустим. Стимпак, не у танков. Стимпак убил юнитов, у танков там другая тема совсем. Секундочку. Это хренотень. У подходов к укреплениям обнаружено заражение. Тебе придется расчистить его, чтобы разместить войска. Вперед! Мы не будем в безопасности, пока все солдаты не займут свои позиции. А? Чего пугаешь? Быстро! Меня! Прицел готов! Выполняю. Уже. Что, хватит? Жду подтверждения. Выдвигаюсь. Прицел готов. Поняла. Уже в пути. Слышимость отличная. Поняла. Прицел готов. Пристройка завершена. Пошевеливайся. Дикие зерги тебя обнаружили. А я-то думала, я эксперт по маскировке. Поняла. Поняла. Ближе к нему. Здесь все заражено. Выглядит еще более мерзко, чем я думала. Уничтожь заражение как можно скорее. Скоро! На ударный! Какая ситуация? Выполняю. Так, короче, что-то замультитаскивался сейчас заново начну. А, она тут и не погибает. Всем порадуя! Ну, ясно. Что такое? Давай, удиви меня, я уже. Есть? А? Чего? Ситуация.
Пристройка. Боюсь, тебя ждет новая встреча с зергами. Приготовься к бою. Что ж, мы ведь здесь не на отдыхе, правда? Нова, я завершил подготовку ядерной ракеты. Мы проведем запуск по твоей команде. Отлично, Райгель. Она пригодится, когда меня попробуют задавить числом. База атакована. Вооружен и опасен! Нова на связи. Слышимость. Какова ситуация? Выполняю. Брать за раги! Вооружен и опасен! Давай, удиви! Какова ситуация? Вооружен, я уже... Нова на связи. Так, с заражением разобрались. Теперь можно разместить тут войска. Брать за раги! Положись на меня. Полный вперед! Вооружен! Приказы будут? Алерт, давай! Нова на связи. База атакована. Слышимость отличная. Брать за раги! Пристройка завершена. Положись на меня! Давай, удиви меня! Брось дороги! Что происходит? Посылайте подмогу! База атакована. Какова ситуация? Вооружен и опасен! Кому нафиг? Повтори. Отдавим их интеллект! Гумор! Вооружен и опасен! База атакована. Понятно! Подпой! Повтори. Брать за раги! Высылайте подмогу! Полный вперед! Нова, я засек возле тебя грузовой корабль защитников человечества, сбитый в ходе атаки зергов. Выжившие есть? Несколько доминионских военнопленных. Им нужно помочь с эвакуацией. Я этим займусь. Так, а что с ними? Какова ситуация? Слышу тебя хорошо. Нова на связи. Жду подтверждения. Жду подтверждения. Нова на связи. Брось дороги! Отдай приказ! Есть нападенка! Но слезло! Повтори. Приказы будут! Я уже... Жду подтверждения. Слышу тебя хорошо. Мародер, 0,3, головорез, 0,6. Активность зергов нарастает сразу в нескольких ульях. Похоже, ты заварила серьезную кашу. Да, я это умею. Надеюсь, тебе не придется ее расхлебывать. Поняла. Да, начинается, ё-моё. Улучшение завершено. Давай, удиви меня! Брось дороги! Будешь там? Кому вновь трясло? Высылайте подмогу! Заставим их интеллект! Полный вперед! Кому наверх? Приказы будут! Иди все по-взрослому! Посылайте подмогу! Давай, удиви! Приказы будут! Заставим их бить! Давай, удиви! Давай, удиви меня! Меня достали! База атакована! А, не садят оттуда, ты все понял. Высылайте подмогу! Первое укрепление подготовлено. Оно поможет нам выдержать атаки зергов. Кому наверх? Какова ситуация? Кому
Кругом враги! Кого подлатать? Есть работёк! Укрепление укомплектовано. Отлично. Короче, сейчас разместим эту хрень. Улучшение. Осторожно. На моих сканерах опять зерги. Они летят к тебе с юго-востока. Еще одно укрепление готово к бою. Чем порадуешь? Наесться! Ну, вперед! В боевой готовности. Осталось последнее.
Ну что, последняя. Ой-ой, Микозон Чекс. Хрена Микозон Чекс дает. Периметр готов. Перехожу в режим тайного проникновения. Привет всем, кто недавно пришел, ребят. Любопытно, чем они тут занимаются. Стоп, это выглядит знакомо. Да? Тут склад оружия. Вижу какой-то прототип энергетического меча. Может пригодиться. Я должен его изучить. Конечно. Но сперва полевые испытания. Поняла. Сканеры обнаружили впереди узел связи. Я найду его. Положись на меня. Выбегай. О! Это что сейчас было? Поняла. Поняла. Беги! Слышимость отличная. Ближе к делу. Положись на меня. Я обо всем позабочусь. Выдвигаюсь. Выполняю. Уже в пути. Поняла. Поняла. Разбиться на патрули. Не терять бдительности. О, это что сейчас было? Эй, кто это сделал? Уже в пути. Ты трус. Знаешь об этом? Двигаюсь. Слышимость отличная. Слышу тебя хорошо. Выполняю. Глазеть в окно – опасная привычка. Напасть могут не только снаружи. Забочусь. Уже в пути. Поняла. Кто здесь? Слышимость отличная. Выдвигаюсь. Выполняю. Ближе к делу. Поняла. Положись на меня. Я обо всем позабочусь. Она просто исчезла. Поняла. Что за рывок-то? Уже в пути. Слышимость отличная. Выдвигаюсь. Беги! Я задержу противника! Вижу ее! Выполняю. Я во всем позабочусь. Враг замыслимость отличная. Надо было запариваться сильно. Выдвигаюсь. Ближе к делу. Поняла. Уже в пути. Положись на меня. Выполняю. Выдвигаюсь. Я обо всем позабочусь. Поняла. Выполняю. Слышимость отличная. Ближе к делу. Я обо всем позабочусь. Поняла. Положись на меня. Уже в пути. Здесь призрак! Сообщите командиру! Выдвигаюсь. Поняла. Выполняю. Ближе к делу. Я обо всем позабочусь. Положись на меня. Уже в пути. Поняла. Слышимость отличная. Поняла. Выдвигаюсь. Выполняю. Я обо всем позабочусь. Слышимость отличная. Выдвигаюсь. Вот ты где. Я обо всем позабочусь. Я потерял контакт с целью. Поняла. Поняла. Слышимость отличная. Выполняю. Ближе к делу. Так, ну что тут? Выдвигаюсь. Вот ты где. Поняла. Положись на меня. Уже. Да чтоб ее. Она скрылась. Я что-то чувствую. Слышимость отличная. Положись на меня. Выдвигаюсь. Я обо всем позабочусь.
походу, где-то что-то обойти можно, что ли? Поняла. Я обо всем позабочусь. Медпомощь получена. Поняла. Выполняю. Ближе к делу. Слышимость отличная. Положись на меня. Выдвигаюсь. Я обо всем позабочусь. Выполняю. Уже в пути. Поняла. Вступаю в бой. Ближе к делу. Слышимость отличная. Положись на меня. Мы ее потеряли. О! А то что сейчас было? Выполняю. Слышимость отличная. Уже в пути. Поняла. Выдвигаюсь. Поняла. Ближе. Короче, я тут затупил. Надо мне сюда было пробраться спокойно. Ну, сейчас нормально все будет. Ну, ХЗ, так, конечно, компания всегда прикольно, но пока что-то вот не впечатляет, как бы, от отдельной миссии, за которую деньги нужно платить, ждешь что-то, ну, такого, что, я не знаю, ну, что-то необычного, как бы, пока ничего необычного такого совсем нет. Это уже все проходили вроде как. Уже в пути. Ближе к делу. Слышимость отличная. О! Это что? Здесь призрак! Сообщите командиру! Сканеры обнаружили впереди узел связи. Я найду его. Выполняю. Разбиться на патрули! Не терять бдительности! Кто это сделал? Ближе к делу. Уже в пути. Энергия отличная. Отлично. Выдвигаюсь. Поняла. Не, ну, прыгающие танки, это да, конечно. Положись на меня. Поняла. Ближе к делу. Кто здесь? Выполняю. Нахер. Я обо всем позабочусь. Прыгаешь, отсюда. Какова ситуация? Положись на меня. Уже в пути. Поняла. Я обо всем позабочусь. Выполняю. Ближе к делу. Уже. Враг замаскирован. Отходим. Слышимость отличная. Выдвигаюсь. Слышимость отличная. Беги! Я задержу противника. Поняла. Ближе к делу. Выполняю. Я обо всем позабочусь. Поняла. Уже в пути. Ближе к делу. Я обо всем позабочусь. Положись на меня. Уже в пути. Кто это сделал? Мысль отличная. Поняла. Ближе к делу. Тест пропала. Эй, ты в баню. Глазам не верю. Выдвигаюсь. Поняла. Положись на меня. Выполняю. Слышимость отличная. Положись на меня. Я обо всем позабочусь. Она просто исчезла. Вступаю в бой. Я обо всем позабочусь. Уже в пути. Выполняю. Она просто исчезла. Я обо всем позабочусь. Я что-то чувствую. Слышимость отличная. Поняла. Ближе. Вот ты где. Поняла. Поняла. Выдвигайся. Слышимость отличная. Положись на меня. Там одного сейчас еще. Ближе к делу. Положись на меня. Выдвигаюсь. Как вовремя. Поняла. Я обо всем позабочусь. Поняла. Ближе к делу. Уже в пути. Я обо всем позабочусь. Выполняю. Уже в пути. Поняла. Выполняю. Хорошо, по мне стрелять. Слышимость тоже отличная. Положись на меня. Поняла. Вот ты где. Ближе к делу. Слышимость отличная. Выдвигаюсь. Поняла. Положись на меня. Ты мудрёно. Поняла. Делаю. Я обо всем позабочусь.
Уже в пути. Я обо всем позабочусь. Не проверить, кто мы прикол компании. Ближе первый раз все потяжелее, второй раз все проще гораздо. Поняла. Положись на меня. Слышимость отличная. Выполняю. Здесь призрак! Сообщите командиру! А, штука убивается, а я думал... Слышимость отличная. Выполняю. Штука не убивается совсем, я думал. Поняла. Я обо всем позабочусь. Так, кажется, я кое-что нашла. Ближе к делу. Чего нашла? Райгель, ты был прав. Это узел связи. Давай-ка послушаем. Обнаружено проникновение. Всему персоналу срочно покинуть комплекс. Он будет уничтожен. Мне кажется, это излишние меры. Нет, я понял. Наша цель превыше всего. Я завершу приготовление. Защитники эвакуируют базу. Райгель, у меня мало времени. Выясни, куда он отправился. Так, секунду. Скорее всего, впереди еще один узел связи. Мои сканеры не могут определить это точно. Начинается. Мне пока и этого хватит. Уже в пути. Поняла. Слышимость отличная. Как вовремя. Выполняю. Выдвигаюсь. Я обо всем позабочусь. Поняла. Ты трус! Знаешь об этом? Ближе к делу. Положись на меня. Выполняю. Слышимость отличная. Уже в пути. Ближе к делу. Поняла. Я обо всем. О! Это что сейчас было? Выдвигаюсь. Поняла. Спасательные челноки готовы. Всем покинуть комплекс. Выполняю. Я обо всем позабочусь. Положись на меня. Поняла. Положись на меня. Как сюда идти-то лучше, я не понимаю. Слышимость отличная. Выполняю. Слышимость отличная. Да, нельзя, все правильно иду. Ближе к делу. Уже в пути. Ближе к делу. Поняла. Я обо всем позабочусь. Поняла. Излучатель включен. Вперед, вперед! Пси-излучатель? Где они его раздобыли? Нет времени выяснять. Скоро здесь будет полно зергов. Цель пропала. Глазам не верю. Я обо всем позабочусь. Повтори. Выполняю. Ближе к делу. Поняла. Слышимость отличная. Уже в пути. Ты медленно. Поняла. Держите позиции, пока они не закончат. Я отдам приказ к отступлению. Я обо всем позабочусь. Так, а как мне проникнуть-то туда? Выдвигаюсь. Слышимость отличная. Поняла. Блин, тут пустить только есть так. Ближе к делу. Я обо всем позабочусь. Положись на меня. Выполняю. Я обо всем позабочусь. Выдвигаюсь. Вижу врага. Слышимость отличная. Уже в пути. Ей удалось скрыться. Я обо всем позабочусь. Положись на меня. Выполняю. Выдвигаюсь. Ближе к тебе. Тупая бой. Да, начинается. Ну ладно, сейчас тут быстро сохранение рядом. ХП просто не пополнил тогда. Печка далековато, или где я она? Дам приказ к отступлению. Надо вот сейчас ХП просто, ну я иногда спешу, выполняю. На самом деле вот здесь вот ХП. Я обо всем позабочусь.
Где птичка? Слышимость отличная. Рядом. Выдвигаюсь. Уже в пути. Или не рядом. Поняла. Положись на меня. Уже в пути. Я обо всем позабочусь. Поняла. В любом случае, поняла. Это будет быстрее. Медпомощь получена. Выполняю. Положись на меня. Чем же дальше? Слышимость отличная. Выдвигаюсь. Я обо всем позабочусь. Поняла. Уже в пути. Нова на связи. Я обо всем позабочусь. Выполняю. Поняла. Выдвигаюсь. Ближе к цели. Уже в пути. Положись на меня. Слышимость отличная. Поняла. Ближе к цели. Я обо всем позабочусь. Вот. Ты где? Поняла. Уже в пути. Ближе к цели. Вот говнюк-то, а? Отличная. Поняла. Положите меня. Этих уродцев уже. Я обо всем покажу. Цель. Выполняю. Выдвигаюсь. Поняла. Ближе к цели. Уже в пути. Слышимость отличная. Поняла. Всех челнокам! Живо! Выполняю. Они уходят в такой спешке. Как разумно с их стороны. Поняла. Выполняю. Один челнок завалил. Поняла. Положись на меня. Ближе к делу. Тревога. Комплексы обнаружены неподконтрольные зерги. Всему персоналу явиться в пункты эвакуации. Количество зергов растет. Этот излучатель оказался очень мощным. Слышимость отличная. Птичка. Выдвигаюсь. Как гораздо лучше. Поняла. Я обо всем позабочусь. Поняла. Уже в пути. Слышимость отличная. Положись на меня. Выполняю. Ближе к цели. Вижу я. Да ну, блин. Не, ну так напряжончик есть, конечно, небольшой. Иногда приходится и подохнуть. Опять что сохранение с адовым маленьким количеством ХП, придется назад идти. Поняла. Ну, я не пользуюсь сохранениями принципиально. Выполняю. Уже в пути. Халявными, поэтому. Слышимость отличная. Придется так же пройти, что хоть. Поняла. Немножечко потяжелее было. Слышимость отличная. Как гораздо ближе. Выдвигаюсь. Поняла. Ближе к делу. Поняла. Я обо всем позабочусь. Выполняю. Уже в пути. Выполняю. Положись на меня. Уже в пути. Поняла. Слышимость отличная. Поняла. Выдвигаюсь. Ближе к телу. Я обо всем позабочусь. Выполняю. Ступаю в бой. Поняла. Слышимость отличная. Уже в пути. Да чтоб ее. Она скрылась. Вижу ее. Под ЕМП попал, как странно. Выполняю. Положись на меня. Поняла. Слышимость отличная. Уже в пути. Поняла. Ближе к делу. Все к челнокам! Живо! Обо всем позабочусь. Выполняю. Положись на меня. Время. Слышимость отличная. Тревога. В комплексе обнаружены неподконтрольные зерги. Всему персоналу явиться в пункты эвакуации. Количество зергов растет. Я зря сделал. Этот излучатель оказался очень мощным.
опять сейчас идти надо. Ладно. Я просто не особо парюсь на то, чтобы как-то там хитро пройти, просто побыстрее. Держите позиции, пока они не закончат. Я дам приказ к отступлению. Ближе к ним. Уже в пути. Положись на меня. Не, хорош. Я обо всем подожду. Слышимость отличная. Поняла. От сплэш попадаю. Поняла. Ближе к ним. Вступаю в бой. Так, ну ладно, это было зря, наверное. Выполняю. Поняла. Слышимость отличная. Ложись на меня. Уже в пути. Выдвигаюсь. Поняла. Уже в пути. Слышимость отличная. Я обо всем позабочусь. Ближе к делу. Выполняю. Поняла. Положись на меня. Я обо всем позабочусь. И вот тут что за подъем вообще находится? Еще поняла. Не понял. Уже в пути. Слышимость отличная. Или сюда нельзя пройти? Ближе к делу. А, понял. Все, сюда нельзя пройти. Я что-то иду, иду. Поняла. Положись на меня. Выдвигаюсь. Выполняю. Ближе к делу. Я обо всем позабочусь. Уже в пути. Поняла. Слышимость отличная. Уже в пути. Вижу ее. Достало меня это дерьмо. Положись на меня. Чуть зашел, сразу попал в небо. Так пропало. Глазам не верю. Я вас подобрюсь. Слышимость отличная. Кто здесь? Уже в пути. Ближе к делу. Поняла. Всех челнокам! Живо! Медпомощь получена. Я обо всем позабочусь. Тревога. В комплексе обнаружены неподконтрольные зерги. Всему персоналу явиться в пункты эвакуации. Хорош. Зачем я это, блин, мисклик нажал? Этот излучатель оказался... Случайно на кнопку нажал, сейчас попал в эту хрень. Дам приказ к отступлению. Положись на меня. Выдвигаюсь. Выполняю. Ближе к делу. Поняла. Поняла. Уже в пути. Поняла. Я обо всем позабочусь. Выдвигаюсь. Положись на меня. Выполняю. Поняла. Слышимость отличная. Поняла. Выдвигаюсь. Всех челнокам! Живо! Да ну, блин, что-то ХП все равно маловато. Надо проходить так, если... Все равно можно, да, назад не возвращаться с этой точки. Если бы на сохранение было полное ХП, уже бы проще гораздо было, но не буду. Я ни с кем не соревнуюсь. Держите позиции, пока они не закончат. Я дам приказ к отступлению. Уже в пути. Вижу ее. Выдвигаюсь.
Ближе к цели. Цель пропала. Глазам не верю. Выполняю. Слышимость отличная. Уже в пути. Поняла. Положись на меня. Выдвигаюсь. Ближе к цели. Я во всем подключусь. Поняла. Всех челнокам! Живо! Помощь получена. Положись на меня. Есть лучше не спешить. Комплексы обнаружены неподконтрольные зерги. Всему персоналу явиться в пункты эвакуации. Количество зергов растет. Этот излучатель оказался очень мощным. Поняла. Как он меня сейчас? Они там кроют, что ли, на мове? Я обо всем позабочусь. Поняла. Выдвигаюсь. Уже в пути. Поняла. Выполняю. Ближе. Я... Вот. Положись на меня. Слышимость отличная. Да, ё-мо. В баню пошли все. Выполняю. Ближе к делу. Подлечилась. Положись на меня. Чтобы дело сделано. Поняла. Уже в пути. Я обо всем позабочусь. Поняла. Слышимость отличная. Выполняю. Вижу ее. Положись на меня. Уже в пути. А вот это была ошибка. Но повезло. Выдвигаюсь. Выполняю. Да лучше. Слышимость отличная. Ближе к делу. Положись на меня. Поняла. Уже кто там идти, да, дальше все, да? Я обо всем позабочусь. Всех поняла. Пожрало. Поняла. Выдвигаюсь. Выполняю. Здесь владыка. Лучше его обойти. Райгель, ты не шутил. Тут повсюду зерги. Слышимость отличная. Выполняю. Ближе к делу. Выдвигаюсь. Ближе к делу. Положись на меня. Враг наступает. Держим оборону. Я обо всем позабочусь. Я нашел узел связи. Он должен быть неподалеку. Так вот почему тут так много охраны. Уже в пути. Я обо всем позабочусь. Слышимость отличная. Положись на меня. Ближе к телу. Поняла. Поняла. Уже в пути. Выполняю. Выполняю. Я обо всем позабочусь. Тупаю в бой. Не-не, ребят, завязывай. Уже в чем? Аккуратнее надо быть, да ё-моё же. Поняла. Я обо всем позабочусь. Поняла. Выполняю. Уже в пути. Выдвигаюсь. Ну да, в такой ситуации под ЕМП попасть, это просто Алис Сурюк. Положись на меня. Выдвигаюсь. Слышимость отличная. Положись на меня. Поняла. Поняла. Ближе к тебе. Я обо всем позабочусь. Поняла. Я обо всем позабочусь. Уже в пути. Выполняю. ХП мало, стрёмно так его чиркать, как бы можно. Поняла. Его крайнего сейчас подрезать. Слышимость отличная. Выполняю. Пока походить здесь. Уже в пути. Попрыгать. Выдвигаюсь. Ближе к делу. Слышимость отличная. Убирать их вот этих вот. Выдвигаюсь. Положись на меня. Поняла. Вижу ее. Поняла. Положись на меня. Да не очень понятно, блин, провалил. Задание. Задание провалил. Я и так и знал, что ХП надо подождать, пока зарегенится, блин.
Враг наступает! Держим оборону! Позаботьтесь. Уже в пути. Я нашел узел связи. Он должен быть неподалеку. Так вот почему тут так много охраны. Ты же здесь. Поняла. Поняла. Я обо всем позабочусь. Выдвигаюсь. Слышимость отличная. Уже в пути. Ложись на меня. Выполняю. Ближе к ним. Поняла. Поняла. Я обо всем позабочусь. Уже. Положись на меня. Слышимость отличная. Поняла. Выдвигаюсь. Все позабочусь. Выполняю. Не, ребят, хороший водитель. Езжал он своим. Хорошо. Ближе к цели. Уже в пути. Положись на меня. Выполняю. Поняла. Слышимость отличная. Выдвигаюсь. Поняла. А, ну тут просто тут надо сюда, а потом вот это вот черкануть, как бы, и все. Ближе к делу. Я во всем вступаю в бой. Хотя нет, это только так казалось. Ближе к делу. Выполняю. Поняла. Успевают ЕМП-ху кинуть. А я думал, не успеют кинуть ЕМП-ху, они пока пропрыгиваешь. Короче, стоим, регенимся. А просто сейчас этого чирнуть, подождать потом следующего. Уже в пути. Выдвигаюсь. Ну да, кстати, можно. Слышимость вот отличная. Пройти туда. Ближе к делу. Поняла. Поняла. Выполняю. Ну надо нормально Ближе проходить, а не в РНЖ этой хренатни. Я позабочусь. Выдвигаюсь. Я потерял контакт с целью. Завоськовал. Поняла. Положись на меня. Уже в пути. Выполняю. Ближе к делу. Я во всем подорожу. Что за хрень-то, ё-моё? Поняла. Они там меня цепануть успевают. Слышимость отличная. Не вкуриваю, блин. Ближе к делу. Он там на весь этот, да-да-да. Положись на меня. Поняла. Поняла. Положись на меня. Выполняю. Поняла. Я обо всем позабочусь. Выдвигаюсь. Уже в пути. Я обо всем позабочусь. Ближе к делу. Периметр еле держится. Новое, отзову войска по твоему приказу. Действуй. Я могу и сама отсюда выбраться. Только поймаю этого мерзавца. Ну-ка. Прежний. Всем командам ждать приказа к действию.
Операция началась. Одни умрут, чтобы другие выжили. Цель определена. Ведется подсчет предполагаемых жертв. Райгель, я все выяснила. И? Защитники человечества планируют атаку зергов на мирную планету. Но зачем? Они дискредитируют Валериана. Выставят его слабым. Райгель, погибнут тысячи невинных. Их нужно остановить. Короче, немножко повторение, по-моему, первой кампании, да, как бы? Чё-то так себе как-то, да? Так, ребят, блин, я забыл. Мне человек должен был заехать. Прошу прощения. Сейчас позвоню. Так, ребят, я здесь, ну как бы в эту кампанию еще входят еще 6 миссий, которые, правда, будут долго выходить, вот. Да, запись я выложу, конечно, вот, запись выложу обязательно. Еще, у меня есть 2 ключа вот на эту, на первые 3 миссии, как бы не на все 9, вот, все 9 будут по частям выходить. И 2 ключа мы чуточку попозже разыграем каким-то образом, я не знаю, каким. Вот. Короче, сейчас мне нужно покушать, тут с вами поговорить. Я вам, наверное, мультики пока поставлю, сейчас стоп-старт сделаю. Так, погодите-ка.
Ребят, можете скинуть какую-нибудь ссылочку на мультики? А потом посмотрим французский тут, в общем-то, турнирчик. Перестримлю я его. Топ Докс называется. Интересно, там состав такой достаточно таки. Вот. Как-то так. Так, сейчас сам найду, ладно. Так, спасибо, сейчас топ-стар сделаю.